Заслуженная награда. Детский сад «Метелица» вошел в сотню лучших дошкольных учреждений России по результатам федерального конкурса. Итоги были подведены в Санкт-Петербурге во время 3-го Всероссийского образовательного форума «Взгляд в будущее. Проблемы и перспективы развития дошкольного образования в России». Победители наградили дипломами и медалями. Аминат Дышекова продолжит тему. Несмотря на зимнее название, внутри детского сада царит теплая атмосфера. Малыши с любопытством следят за каждым движением воспитательницы, пытаясь повторить такт музыки. Времени для скуки у юных воспитанников нет. Каждый день интересен и полон сюрпризов. Вот и сегодня они с удовольствием занимаются ритмикой, обыгрывая новогоднюю сказку. Работники детского сада стараются не только воспитать, но и привить любовь к народному творчеству, музыке, спорту. А заслуженная награда стала хорошим началом нового года. Для нас это очень приятно, я думаю, и для наших родителей, которые вводят деток в наш детский сад, я думаю, это приятное событие, которое начинает новый 2015 год. Отбор лучших детских садов проходил по всей стране. Экспертная комиссия, в которую вошли известные деятели в сфере науки, образования, культуры, информационной политики, тщательно и комплексно исследовала работу дошкольных учреждений. Особое внимание уделяли количеству и качеству проводимых мероприятий. Но, пожалуй, главный показатель успеха – мнение самих детей. Мне здесь нравится на физкультуру ходить. Мы там бегаем, прыгаем, мячи тяжелые кидаем, эстафеты всякие разные делаем. Еще здесь садики всякие соревнования мы ездим. Маленькие воспитанники пока вряд ли понимают, что их садик вошел в список лауреатов престижного конкурса. Возможно, им это и не надо. Они и так чувствуют себя лучшими. К нам туда жюри ходят. Смотрят, как мы поем, как мы рисуем, как мы все отгадываем, загадки. И у нас мы все хорошо делаем, нас никогда и почти не ругают. Положительная оценка «Метелицы» на таком высоком уровне – заслуга всех. Как говорится, от мала до велика. Ежедневный труд, идущий от души, не остался без внимания. Мы очень горды этим. И я думаю, что мы первые, наверное, в городе, кто получил такое звание, вошел в сотню лучших детских дошкольных учреждений России. Но я считаю, что эта победа заслужена, потому что это результат 5-летней плодотворной деятельности всего нашего коллектива. Говоря о коллективе, я имею в виду и родителей, и воспитанников, и, конечно же, наших педагогов. Почетный статус – не просто приятное событие в жизни детского сада, но и особая ответственность его работников перед своими воспитанниками и родителями. И, конечно, хороший стимул двигаться дальше. Аминат Дышекова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».